все по-прежнему. Доктора ведут прием в процедурной, ставят прививки. Детская поликлиника возобновила работу по обычному графику. Из нововведений – повышенное внимание к обработке помещений, чтобы свести риск заражения какой-либо инфекцией к минимуму. Во всех кабинетах есть, постоянно происходит обработка. В дежурных кабинетах специалистов обязательно стоят дезары, это циркуляция закрытого типа. Постоянно у нас стоит специальный дозатор для того, чтобы могли люди подойти и вымыть руки. Риск заражения минимален, свести его на нет невозможно. Все-таки это медицинское учреждение, поэтому, говорят доктора, здесь особенно важно соблюдать масочный режим, которым родители маленьких пациентов нередко пренебрегают. Мне бы хотелось попросить родителей, попросить законных представителей, чтобы они надевали маску в медицинском учреждении, потому что мы сталкиваемся с тем, что родители не хотят этого делать. Все-таки это место, это максимальная концентрация вируса. Мы полностью обрабатываем, но все обработать не получается. Сейчас в детской поликлинике наплыв пациентов. Одни спешат поставить плановую прививку, другие пройти профосмотр перед школой или детским садом. Чтобы получить услугу, нужно записаться к участковому педиатру через колл-центр губернатора. Очереди пока сохраняются, но паниковать не стоит, говорят медики. Времени до начала учебного года еще достаточно. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».